Здравствуйте, Жанна. Это видео про ваши одуванчики и адаптер. Вот смотрите, вот адаптер КП88Н с верхней частью КПН. Вот смотрите, точно такой же объектив, как ваш. Надевается очень просто. Надели, до защелкивания закрутили, чтобы снять, надевается по часовой стрелке, снимается вот нажатием, с помощью нажатия этой кнопки против часовой стрелки. Очень аккуратно одевайте в камеру, объектив тяжелый. Я запрограммировал одуванчик от 3,5 до 22 и фокусное расстояние 65 миллиметров. Во время съемки вы сначала ставите диафрагму в камере, потом ее выбираете на объективе. В камере режим AFS. Также аккуратно вынимаете, чтобы одуванчик не сломался. На моем канале в разделе плейлисты есть видеоинструкция, как правильно вставлять и вынимать объектив с одуванчиком с КПН в камере с камерой. Так, вот он ваш адаптер КП88Н. И теперь видео про одуванчики. Итак, вот это одуванчик на моем тестовом объективе для ZAIRT-11A. Я запрограммировал диафрагму от 2,8 до 22 и фокусное расстояние 135 миллиметров. Вот он, этот одуванчик. И вот второй одуванчик. Для ZAIRT-11A, я как и обещал, я сейчас наклею его на полочку. И это одуванчик для Гелиоса 81-го. Сейчас я его тоже проверю и продемонстрирую вам. Вот, смотрите, его я запрограммировал от 2 до 16, фокусное расстояние 50 миллиметров. Сейчас я это все аккуратно упакую и завтра отправлю вам. Спасибо за внимание.